Здравствуйте. Мне кажется, день за днем, как будто я во сне нахожусь. Да, очень многие люди радуются от того, что хотя мы должны были закончить семинар уже 2 дня назад, но продлили его. Мне хорошо было бы, если бы целый год мы проводили семинар. Сегодня последнее утро, последний вечер, и мы будем заканчивать семинар. Я хочу выразить благодарность многим людям, которые способствовали и помогали нам в этом. Сегодня откроем с вами 4 книгу Царств, 5 главу. 4 Царств, 5 глава, с 1 стиха посмотрим. Если вы нашли, тогда я прочитаю с 1 стиха. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам, и человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6 тысяч сиклей золота и 10 перемен одежд. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с письмом сим, вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его?» «Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман и пошел и сказал: «Вот я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделали бы ты». А тем более, когда он сказал тебе только: «Омойся и будешь чист». И пошел он и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия.
И обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Библия — это слово Бога. Поэтому в Библии много моментов, которые не понимает человек. Потому что человеку непросто понять все слово и сердце Господа. Но когда мы принимаем прямо, даже не стараясь понять слово Господа в свое сердце, тогда Господь входит в нас и начинает действовать и благословлять нас. Знаете, однажды мне позвонили. Одна сестра позвонила и сказала: «Пастор, это вы?» «Да, это пастор Оксу Пак». А моя сестра старшая, она живет в Кенсас-Сити, в Америке. Сказали, что у нее рак, и очень серьезная ситуация у нее. И тогда все члены семьи, они думали: «Ой, что же делать с ней? Она там болеет раком в Америке». И моя семья, она собрала деньги. И собрали деньги мои родители и сказали мне, как младшей сестре, едь и ухаживай за ней. Я не знаю, сколько еще протянет моя сестра. Но сказали: ты ухаживай и хорошо корми ее до самой смерти. Тогда эта сестра позвонила мне. И знаете, в основном сердце людей, которые больны раком, похожи между собой. И тогда я сказал: ты поедь к своей сестре и говори о том, что говорит Библия. Когда я читал Библию, знаете, Иисус, Он просит от нас одного для того, чтобы действовать через нас. Он просит от нас только веры. Если ты веришь, будет по вере твоей. И неважно, какую мы болезнь на данный момент имеем, тогда люди размышляют: а я смогу ли сразиться с этой болезнью, или же я погибну от нее? И когда человек, он объединяет свое сердце с Господом, получает прощение грехов, тогда мы смотрим со взгляда Господа. Для Господа не важно, у нас рак или что другое. Но у меня в сердце находится мысль о том, что: «О, это рак, я умру от него». Если мы смотрим глазами Господа, Он считает, это вообще не проблема. И когда люди становятся, когда у них смертельная болезнь, тогда они смотрят со стороны Господа. Я часто говорю, что если Господь, и мы смотрим на Его месте, тогда это ничего для Него, так для нас это тоже ничего. Я сказал: ты едь и скажи своей старшей сестре вот это слово. И когда она улетела на самолете в США, знаете, в своем сердце я начал сожалеть. А лучше бы, если бы я попросил у нее контактный номер ее сестры и лично поговорил бы с ней и пообъяснил ей. И когда я ночевал, потом я проснулся, и утром мне поступил звонок, но не корейский.
И именно это была старшая сестра этой сестры, которая звонила мне. Потом мы смогли с ней пообщаться по телефону. Да, знаете, есть многие люди, которые болеют раком. Но если мы верим в Иисуса, тогда мы объединяемся с Иисусом. Тогда уже не я борюсь с раком, но Господь, который живет в моем сердце. Тогда для Него это не проблема. Но очень важный момент, то, что люди, когда болезнь усложняется, они думают, ой, ну все, теперь настал мой час смерти. Они не думают, что Господь может действовать, и это для Него ничего. Он отвечает за это. Поэтому эта сестра, которая жила в Америке, она болела раком. И мне кажется, она много звонила кому. Она с кем-то пообщалась много. И когда я говорил с ней, я сказал, у нас постоянно появляются раковые клетки в организме. Да, и до сих пор вы не заболели раком не потому, что у вас не было раковых клеток, а потому, что у вас имели силу клетки, которые называются киллерами, которые убивают эту болезнь. Они именно создают защитную прослойку в нашем организме. Они имеют большую силу, чем раковые клетки. Да, почему не заболели до сих пор раком? Не потому, что не было раковых клеток, а потому, что эти киллеры убивали раковые клетки. Когда не совпадает баланс, тогда уже тело поддается раку. Вы хорошо кушаете, питайтесь. Вам нужно хорошо спать. И вы попробуйте иметь в сердце ту мысль, что «А, Иисус, Он будет бороться с моей болезнью, Он уже победил». Не боритесь с раком самостоятельно, сестра. А позвольте Иисусу бороться с вашим раком. Тогда эта сестра приняла мои слова. Знаете, пастор берет Библию и общается с людьми по Библии. Если человек принимает то, что говорит пастор ему прямо, тогда он очень радуется, он и меняется. А тот человек, который не принимает, а все время остается на своем мнении, тогда и этому человеку тяжело, и также пастору он создает тяжесть. Тогда эта сестра начала поправляться. Я очень обрадовался. И прошло немного времени, она снова позвонила мне. Сказала, пастор, спасибо большое. Я благодарю вас за это время. Но теперь, мне кажется, ничего не получится. Почему? Потому что я не могу принимать пищу. Я, знаете, начал смеяться и спросил, почему? У вас что, нечего есть? У вас нет риса? Может, вам отправить немного? Нет, у меня есть рис. Если у вас есть рис, почему вы не можете есть его? Вы знаете, как тяжело. Я не могу есть. Да, конечно, я не заразился, не заболел раком, я никогда не проходил лечение. Но когда получают химиотерапию от рака, тогда вся кровь высыхает. И сейчас у меня очень испортился вкус, поэтому мне невкусно есть еду.
Я рассмеялся. Сестра спросила, почему вы смеетесь, пастор? Потому что вы рассмешили меня, сестра. Что это значит? Больной раком не ест, потому что у него горечь во рту? Нет ничего важнее, чем питание во время борьбы с болезнью. Если вы не питаетесь, тогда как вы собираетесь вырабатывать иммунитет и бороться с раковыми клетками? Послушайте меня, сестра. Конечно, хорошо, если вам сладко и вкусно принимать пищу. Но не только сладкая и приятная пища, она становится питанием для вас. Но даже если вам горько, невкусно, если вы просто глотаете, это становится для вас силой и питанием, тогда вы можете бороться, вы создаете свой иммунитет. Знаете, сестра, есть автомобиль. Он не знает, какой вкус у бензина. У него нет функции различать вкусный или невкусный бензин. Но когда мы заправляем автомобиль, он едет. Он же не может ездить без бензина. Поэтому вам тоже необходимо питаться для того, чтобы питать ваш организм для борьбы с больной, с болезнью. Знаете, что она сказала мне? А вот как, пастор? Я не знала об этом. После этого тоже она послушала меня. Она сказала, что она очень страстно взялась есть. Она сказала, разложила везде по квартире еду. На кухне, на столе, да, и в своей внутренней комнате, в спальне, везде. Все время, где она проходила, она кушала. И через неделю ее лицо очень изменилось. Да, я так благодарил Бога за это. И знаете, она надела мантию и квадратную шапку, такую для выпускников, и сфотографировалась. Она сказала, что она выпустилась. А знаете, от чего выпустилась? Она выпустилась из больных раком. Да, и когда ее дочка, она получала магистра, она также имела такую мантию, они вместе сфотографировались на память. И после нескольких месяцев эта сестра, она стала себя чувствовать намного лучше. И потом однажды снова позвонила мне. «Пастор, ну вот в этот раз точно уже не получится». «Что случилось, сестра?» «У меня появилась язва желудка». «Я не могу терпеть это». Я спросила, тогда у вас сейчас тоже есть проблемы с желудком? А тогда я засмеялся. Чего вы снова смеетесь, пастор? Когда у вас появляется гастрит, а если не появляется потом, значит, вы уже выздоровели. Почему вы переживаете? А, это правда. Она часто говорит, ой, правда. После этого она стала очень здоровой. Она очень быстро выздоровела. Когда я проводил лагерь в Далласе, они тогда приехали с супругом вместе. Я сказал той сестре, спасибо за то, что вы слушали то, что я говорю вам прямо. Люди,
Очень часто люди не принимают то, что я говорю прямо, потому что их мысли отличаются от того, что говорит Господь. Я хочу спросить, а что, пастор? Какая причина то, что вы принимали прямо мои слова, чтобы не говорил вам? Пастор, если я нахожусь при смерти, я могу еще выбирать, что мне принимать, а что нет? Но все же, люди даже при смерти находясь, они принимают свои мысли, не очень хорошо слушают пастора. Знаете, я читал много Библии, и поэтому, знаете, что я обнаружил? У людей появляется много трудностей на пути. Тогда эти люди, они, ой, мне трудно, тяжело, я, кажется, я умру, ничего не получится. Тогда они просто упадают, утопают в этих трудностях. Но удивительно то, что мы говорим, что мы верим в Господа. И когда Господь отправил Своего Сына Иисуса на эту землю, Он не только простил наши грехи, но Господь сохраняет во всех наших путях, со всех сторон. А сейчас у меня болезнь усложняется, поэтому мне кажется, я скоро умру, это тяжело. Кажется, я не смогу победить болезнь. Тогда человек теряет силу и погибает. Но я хотел сказать, Господь с вами, сестра. Если Господь с вами, все по-другому. Это не проблема. Тогда человеку, хотя думает, ой, мне ничего не получится, я умру, но, а, Господь со мной, Он поможет мне, тогда он объединяет свое сердце с Господом. Господь действует тогда, когда мы имеем веру. Что такое вера? Это слушать Слово Господа? Оставить все свое множество мыслей и принять прямо то, что говорит Слово Господа. Все стереть из своей души. Если болезнь, то болезнь. Если проблема, то проблема. Сложность, любое, все нужно удалить. Когда мы принимаем Иисуса, неважно, что мы думаем, тогда мы объединяемся и становимся одним целым с Господом. Тогда в вашем сердце Господь начинает деяние. Мы прочитали Деяния 16 главу. Павел пошел в Филиппинцам и проповедовал. И все время кто-то мешал ему в этом. Тогда Павел, он выгнал беса, который мешал ему. Он сказал, выйди вон. Женщина, она была как предсказательница, она много принимала своему хозяину, приносила денег. Да, из-за того, что он не мог теперь зарабатывать деньги из-за этой служанки, тогда он сдал Павла. И тогда его заключили, надели ему наручники и повезли в темницу. И когда мы смотрим на время, когда он сидел в темнице, наверное, днем его словили, потом избили, где-то вечером отправили в темницу. Но в Библии,
Но написано так: «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их». Знаете, я взял это место и начал размышлять, чтобы просчитать. Да, я посчитал и подумал, а если его днем где-то словили, тогда его побили, потом его отправили в темницу, это где-то 7 или 8 часов вечера. Но в любом случае это было вечером. Но здесь написано «около полуночи». В наше время это получается 11-12 ночи. Тогда что же Павел делал так с вечера, где-то с 7-8 до 11-12 часов? О, так больно. Да, нас побили, как будто мы барабаны. Ой, мои кости, моя спина. Как мы сможем освободиться из темницы? Они, наверное, находились в беспокойстве. И когда же настало около полуночи, Павел, Сила, почему мы так переживаем? У нас же есть Бог. Если Бог откроет двери, тогда это не проблема. Да, Господь не мог действовать до сих пор, потому что мы не верили в Него. У нас же есть Господь. Господь с нами. Тогда это не проблема для нас. И с того момента они начали молиться и воспевать Бога. И знаете, как Павел воспевал Бога? Даже если меня заключили, аминь. Если меня побили, аминь. Если я не смогу освободиться из темницы, аминь. Если я буду здесь жить, аминь. Он просто прославлял Бога. Но вдруг произошло великое землетрясение, и все двери открылись. И все оковы, они ослабели. Темничный страж, он спал. Когда он пробудился от сна, он посмотрел, все двери открыты в темнице. Наверное, все заключенные сбежали. А что же мне делать? Лучше я умру. Он взял меч. Ой, моя любимая семья, хорошо вам оставаться. Но тогда Павел увидел это. Там было темно. Он сказал: «Подожди!» Он тогда удивился. «Мы здесь все, мы никуда не убежали!» «Не убивай себя!» Когда он пошел, включил свет, он увидел, что никто не убежал, все на месте. Тогда: «Это Бог или человек?» И он сказал: «Что мы должны были сделать, чтобы спастись?» Он сказал: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Когда мы прославляем Господа, когда мы верим в Господа, хотя проблема тяжелая, Господь со мной. Это не проблема даже. Тогда мы видим, что все происходит по вере. Это очень важно. Тогда Павел пошел, и все получили спасение. Он пообедал, и он проповедовал до утра библейский семинар. После этого день настал. И сказал: «Все, выходите». Тогда он разозлился. «Я римлян!
Да у меня есть мои гражданские права. Как ты можешь меня просто отпустить? Ой, простите, простите, извините, я не понял правильно. Извините, я ошибся. Тогда он вышел. Библия очень подробно объясняет нам этот момент. Когда мы имеем отчаяние, если мы смотрим на Господа, Господь никогда не упускает, Он действует своей силой. Я научился этим моментом из Библии. Бывает мучение, бывает трудность, сложность. Но у меня было время, когда я смотрел только на Господа. Знаете, я часто испытывал то, что Господь изменял, то, что я хотел, на то, что Он хочет сделать. И сегодня мы читали с вами про служанку в 4 книге Царств. Это девушка была. Она жила в Самарии. Да, тогда девушки не воевали. Но она жила у себя дома в Израиле, и тогда проходили войны и забрали ее в плен. И так получилось, что она находилась в доме Неймана, военачальника, и служила жене его. Эта девочка, она верила в Бога. Она хорошо знала человека Божия Елисея. Она смотрит, это дом, в котором она живет, принадлежит Нейману. Она стала служанкой жены Неймана. На самом деле, это очень черная работа. Может ли она видеть своих друзей с родины, родителей или младших братьев и сестер? Разве у нее есть выходные или отпуск, или зарплата? Она всю жизнь жила служанкой. Но если Господь живой, даже неверующие девочки вокруг меня, их никто не забрал в плен. Почему забрал меня? Господь, почему так допустил? Господь, ты точно живой? Если ты живой, почему я должна здесь жить, в доме прокаженного, и служить им? Почему я должна стирать одежду за прокаженным? Почему я должна готовить для него? Эта девушка, она очень скучала по родине. Когда я освобожусь от этого дома? Я не могу даже сбежать. Она жила, имея только отчаяние, и только отчаяние. Ей было, она была очень несчастной. О, лучше бы мне не выходить было в тот день, когда была война. Я пошла за своим младшим братом, и потом меня словили. Почему других не словили и не забрали в плен? Почему меня именно, который верит в Бога? Бог, где ты? Ты существуешь? Почему мне нужно так жить? Когда я попаду домой? Да, но она думала, наверное, 10 или 20 моментов причин. Она, ей приходилось стирать одежду, которая была полна гноем от проказы. Ей нужно было ухаживать за ним. Представляете, как несчастно она жила?
Но знаете, у нее появилась одна линза в глазах. Линзы по названием «Вера» она надела на свои глаза. И совершенно по-другому ей стало видно. Любимые братья и сестры, вы смотрите, это вы видите сейчас не все. Вы видите людей, да, здания. Вы видите, как стоит пастор Оксупак перед вами. Вам видно это, правда? Да если вы наденете линзы, тогда что вы увидите? У вас откроются глаза, которые видят мир веры. Чем вы больше будете читать и снова читать Библию. Я каждое утро встаю рано и читаю Библию. И целый день, когда я провожу свой день, я вспоминаю, размышляю о той Библии, которую я читал. Тогда я начинаю видеть душу Бога. А вот какое сердце у Бога. Господь вот так действовал. Так. Эта девочка, она обнаружила через линзу веры сердце Господа. Ах, вот как! Бог отправил меня в этот дом по причине того, что а мой начальник, он прокаженный. Тогда он может найти ответ, если пойдет к Елисею, к пророку, которого я знаю. А вот почему Господь отправил меня в это место. И жена Неймана, она всегда находилась дома вместе с этой девочкой. И она ходила, убирала. Да, убирала. Мыла посуду и так далее. Тогда жена Неймана подумала, что-то она странная. Ей нужно вспоминать о родине, если она в плену. Ей нужно скучать по родителям. Ей нужно думать, как я могу сюда сбежать. Ей нужно бояться все время. По-моему, у нее что-то, какой-то винтик выпал из головы. Я не понимаю, почему она так радуется. Эта девочка, она должна была находиться в отчаянии, отчаянии и отчаянии. Но она увидела через глаза веры слово и сердце Господа. Какая же причина, что Господь поместил меня сюда? Нейман, военачальник, он прокаженный. И если военачальник Нейман встретится с пророком Елисеем, он выздоровеет. Мне нужно рассказать об этом. И если он выздоровеет от проказы, тогда беспокойство в этом доме прекратятся. Сюда придет мир и покой. Здесь будет счастье. Он получит спасение. Когда так случится, как они будут счастливы? Тогда он будет радоваться и мне. И тогда мне придется рассказывать ему по Библии. И когда мы будем набирать на работу новых служанок, я скажу, чтобы сначала спасенных берите. Потом мы будем проводить библейские занятия, начиная с 4 книги Царств, 5 главы. Она имела другие мысли. Другой причины нет, почему я нахожусь в этом доме. Господь отправил, чтобы исцелить Неймана от проказы. Она все время думала.
Когда мой начальник исцелится от проказа и вернется домой, тогда отсюда уйдет беспокойство. И здесь будет счастье. Тогда у жены Неймана исчезнут морщины. И ей тогда можно будет краситься и очень красиво выглядеть. Она себя чувствовала очень счастливой. Наш Господь именно такой Бог. В основном люди несут ответственность за свою жизнь самостоятельно. Если тяжело, им тоже тяжело. Если мучение, тогда им мучительно. Если печаль, они печалятся. Если беспокойство, они беспокоятся. Но если мы верим в Бога, Он держит мою жизнь в своих руках. Если мы смотрим на Него, что для нас проблема? Ничего нет для Бога, что Он не смог бы сделать. Да. Именно мы говорим, это вера. Знаете, у меня была одна трудность, которую я не могу забыть всю жизнь. Это было в 1974 году. Моя жена уже была на последнем месяце беременности. И тогда у нас дома нечего было есть вообще. У нас не было денег. Тогда это был вечер, ужин. Но один человек издалека пришел и встретился со мной, чтобы слушать слово. Мы общались с ним в комнате. А моя жена сложила одеяло в одном углу комнаты и облокотилась так, потому что живот был тяжелый. И мы где-то в 10 часов вечера закончили общение. Из-за того, что он издалека приехал, он специально пришел, чтобы решить проблему со своим грехом. И когда в 10 часов вечера мы закончили говорить с ним, он получил прощение греха. Это, получается, самый счастливый день был. Тот день, когда я поверил, то, что мои грехи очищены. Да, хотя многие церкви есть, и они верят, что Иисус был распят. Но немногие принимают точно верой, что прощены грехи. Если бы Иисус, Он умер и не очистил мои грехи, тогда неважно. Но если я верю в то, что Иисус очистил, тогда я очень счастлив. Хотя я ходил раньше в церковь, но я не знал об этом. После того, как я получил прощение грехов, считая Бытие, Исход, Левит и так далее, я начал выбирать места, где написано именно о прощении грехов, и изучать, исследовать подробнее, молиться за это. Знаете, я счастлив. То, что когда приходят люди, я могу объяснять им, как получить прощение грехов. И когда они получают прощение грехов, я счастлив. Даже если я голоден, я не чувствую голода, я не чувствую холода, я не чувствую проблем. Я просто радуюсь. Я больше всего занимался именно этим. И когда мы проводили пасхальное служение, из-за коронавируса мы не могли использовать зал для служений в церкви. Но по Zoom мы проводили служение. Я благодарю Господа за то, что Zoom, он был настроен уже задолго для нас. Но не было практически никакой церкви, которая использовала так, как мы его. Но,
И на самом утреннем служении в день Пасхи, тогда вдруг затормозил Zoom. Представляете, как много людей зашло? 2 миллиона. Я такое благословение получил. Я не мог поверить. Но это и есть Слово. Как это 2 миллиона людей зашли? Я не мог поверить. Но это был факт, что 2 миллиона зашло. И когда было дневное служение и вечернее, 6 миллионов людей за весь день зашли и слушали мою проповедь. Я был впечатлен. У нас есть несколько пасторов в нашей церкви. Именно они впереди, они думают, что делать дальше, они молятся и получают наставление от Господа. И когда они обсуждали, они предложили, давайте 10 мая проведем библейский семинар. Когда мы говорили об этом, тогда миссионеры, которые служат от нашей миссии за границей, и около 3 миллионов людей, и они ходили, миссионеры, и спрашивали на телеканалы, вы сможете ли транслировать слово пастора Ксупака? Удивительно, но в основном большинство телекомпаний. А пастор Ксупак? Я очень-очень благодарил, знаете, за что? Они не могут проводить ни спортивные мероприятия, никакие мероприятия не могут транслировать на своем канале. Поэтому они с радостью согласились транслировать наш семинар. Очень многие телестанции имели связь с нами. И тогда мы посчитали количество телезрителей. Когда мы хотели транслировать, мы посчитали, что около 130 миллионов будут смотреть трансляцию. Я не мог поверить. Что, 130 миллионов? Это правда? Я не мог поверить. На следующий день сказали, что 250 миллионов. Потом до 500 миллионов. И на каждом телеканале. Из-за коронавируса в основном в других странах никто не может выйти на улицу даже. И они находятся дома. И если они услышат радость от слова, которое проповедует Иисус, и тогда мы поднялись до цифры 740 миллионов. Но, знаете, я не мог поверить. Да не говорите мне это. Как это 740 миллионов? И все время с телеканалов нам звонили и говорили, мы хотим трансляцию делать. Потом это стало больше, чем 800 миллионов. Пасторы, которые служат в США, они когда начали контактировать с телестанциями, 49 телестанций сказали, что они хотят транслировать наш семинар. После первого дня семинара мы закончили служение. Знаете, очень много комментариев написали люди. Это точно реально? Если не Бог, то как это возможно? Но многие люди, из-за коронавируса страдая, они получили надежду, получили силу через слово, поэтому они писали. И тогда телеканалы, они работают с радостью для нас. И знаете, я сказал брат Ансегиль, он переводчик. Его зовут Сегиль. Ты стал звездой. Ты уже везде захватил весь мир. Ты же молодой.
Я уже пожилой, поэтому скоро меня не станет. Но тогда он очень обрадовался. Правда? Я очень благодарил. Бог, в которого мы верим, это не человек. Он не человек. Да, во всех аспектах он думает больше, чем мы. И мы не можем даже представить то, что он думает. Да, мы говорим, что мы не должны надеяться на человека. Но этот человек, когда слушал о прощении грехов, он получил прощение грехов и очень радовался. Я не понимаю, почему вы не становитесь пасторами. Если вы становитесь пастором, вы проповедуете Евангелие. Когда человек получает прощение греха, вы становитесь очень счастливым. Поэтому я с радостью зашел в комнату. А моя жена разозлилась. Я тогда разозлился. А точно ты бес. Почему ты злишься на то, что я радуюсь от спасения? Да, если ты проповедовал только Евангелие, ты всякую другое говорил. Тогда само проповедуй. Да, знаете, я подумал. Но когда я смотрел, у нее начались схватки. Но она тоже знает. Если она скажет, что у нее схватки, тогда мне нужно было остановить проповедь. Она терпела схватки. И потом... И знаете, я проповедовал о разных примерах. Когда мы проповедуем, мы не только должны говорить Евангелие только, еще нужно объяснить этот момент, когда я говорю, еще объяснить этот момент через такой пример. То есть вот таким образом нужно проповедовать Евангелие. Я сказал: дорогая, прости меня. В следующий раз я только Евангелие буду проповедовать. Но у нас даже не было 10 копеек. Мы с обеда голодали. Тогда нам было очень-очень тяжело. А что делать, если я рожу? Так можно было позвонить в церковь. Если мы позвоним в церковь, тогда все решится. Но я не хотел надеяться на человека. Я хотел полагаться на Господа. Но я не хотел, чтобы помогал мне человек, а хотел, чтобы только от Бога помощь получать. И моя жена кричала от боли в животе. Но если кричишь, тогда тебе не становится легче, правда? Господь, что нам делать? Да, Господь, Он существует. Я хотел полагаться на Него. Потом стало час, потом два часа. Да, именно тогда был самый тяжелый момент в моей жизни. Так, впервые я узнал то, что есть этапы, есть периоды схваток. Да, есть именно периоды схваток. Они сначала пройдут, потом немножко отдых, потом снова они наступают. Я вижу, что период вот этого перерыва все уменьшается. И если сокращается этот период отдыха, тогда значит ребенок приближается к выходу. Тогда я молился: Господи, Ты помоги нам. У нас нет даже денег. Господь, Ты помоги. Тогда уже встало солнце.
Но все же было хорошо, потому что солнце встало. Я сказал: «Господь, я хочу получить Твою помощь. Господь, я буду ждать только Твоей помощи». Когда настал день, рано утром, одна женщина, она пришла к нам домой. Она только-только начала ходить, наверное, неделю ходила в нашу церковь. Зачем-то она пришла встретиться с моей женой. Тогда она зашла в комнату. Она увидела, что моя жена страдает от схваток. Тогда она была шокирована. Уже 47-й год, как у нас родился сын, но ее слова я помню до сих пор. Я помню, как будто это было вчера. Жена пастора, я работала в больнице Ильшин в Бусане. Это самая известная больница именно по части гинекологии. У меня есть сертификат акушерки. И тогда я начал плакать: «Господи, вот как Ты приготовил!» Я думал, как бы, что бы было, если бы я не смог дождаться, и сомневался. Я сказал: «Подождите немножко, жена пастора». Она побежала, как будто марафонистка. Она быстро побежала и принесла с собой сумку. Как только она пришла с сумкой, тогда сын родился. Но у нас не было ничего в кухне. Тогда она побежала на рынок, купила рис, купила нам водоросли для супа и говядину. Тогда мы смогли позавтракать. Около 11 часов утра мы позавтракали. Я смотрел на Господа. Да, Он точно живой, Господь. И кто полагается на Него? Он никогда не разочарует этого человека. Я никогда в своих трудностях не рассказывал человеку о них. Я никогда не говорил, что прошу помощи у кого-то из людей. Да, Господь, Он проводил, сохранил мою жизнь. В тот день, если бы я не полагался на Господа, если бы только один звонок я сделал человеку, да, у меня были братья и сестры в церкви, которым я мог попросить о помощи, но я хотел смотреть только на Господа. Я был очень счастлив. У меня есть дочь и есть сын. Когда мы заснули в доме после переезда и надышались угарным газом, когда моя дочь начала плакать поздно ночью, мы проснулись. Но потом мы снова заснули. Хотя мы дышали угарным газом, но мы не знали об этом, просто спали. И когда дочка заплакала во второй раз, очень сильно. Да, было утро раннее, поэтому я был очень уставший. Но из-за того, что она будила уже второй раз, я почувствовал раздражение. Почему ты заставляешь плакать нашу дочь, дорогая? Да, я ничего не делала, она плачет. Мы включили свет. Мы смотрели, ничего не было. Тогда моя жена встала и сказала, что пойдет в уборную. Она открыла двери комнаты. И тогда зашел воздух прохладный в комнату, и она упала на месте, без сознания.
Тогда было очень много людей, кто умирал именно от угарного газа. Если человек надышался угарным газом, потом он вдыхает холодный воздух, он теряет сознание. А мы дышали до сих пор угарным газом. Тогда я взял свою дочь на руки, Инсук, и тогда я боялся, что тоже потеряю сознание. Я потихоньку толкал ее. И я начал кричать. Я попросил помощи. Тогда пришли люди. Что случилось? Мы надышались газом. В тот день, когда мы переехали, да, и потом мы ночевали у соседей на деревянном теплом полу в одеялах. Они ходили в церковь, эти люди. И тогда узнали, что я пастор. И на следующий день вся семья у них получила спасение. Бог живет и действует среди нас. Если вы поставите линзу в свои глаза и посмотрите на Господа, вы можете увидеть все в позитивном свете и все увидеть силу Бога. Но если мы смотрим с отчаянием в глазах, тогда все для нас становится отчаянием. Это служанка, которая жила в доме Неймана. Что смотреть в Библии написано очень интересно. Это служанка. Ее забрали в плен, и она жила у военачальника Неймана. И ее начальник был прокаженным. Она была очень печальной, она имела отчаяние. Она была очень несчастной. Она скучала по своей родине. Она должна была иметь недовольство. Бог, он вообще существует? Я верила в Бога. Всех других не взяли в плен. Почему меня взяли? Почему всем помогает Бог, а мне почему Он не помогает? Сколько мне нужно еще жить в доме этого прокаженного? А что делать, если я заражусь проказой? Когда это закончится? Такая несчастная у меня жизнь. Если смотреть только на обстоятельства, это и правда так. Но эта служанка, она не просто смотрела, она вставила в свои глаза линзы Господа. Тогда она совершенно по-другому начала смотреть. А, есть причина, по которой Господь отправил меня сюда. Да, мой военачальник, он прокаженный. А если он встретится с Елисеем, который в Израиле, он сможет сразу же исцелиться. Мне нужно сказать ему, когда он выздоровеет от лепры, тогда у него прекратится беспокойство, он станет счастливым. Одно и то же обстоятельство. Но смотря глазами Господа, мы можем видеть все совершенно по-другому. Печаль — это не печаль. Бог, Он святой. Он любит нас. Когда мы читаем Библию, когда Давид находился в Сикелаге, пришли враги и забрали, и сожгли полностью Сикелаг, и забрали и жен, и детей, все они забрали в плен. Когда Давид вернулся с войском своим, тогда он увидел и начал печалиться, и впал в отчаяние. Но потом люди, которые следовали за Давидом, они думали, что нам польза следовать за Давидом? Мы все потеряли, и детей, и жену. Что нам от этого?
А твой Бог, Он фальшивый. Нам не нужно ходить за тобой. Просто мы пойдем по своему пути. Просто мы его побьем камнями и вернемся к себе домой. Да. Эти люди, которые следовали за Давидом, они взяли камни. Они начали наступать на него. Ему было очень тяжело. Все, теперь мои подчиненные побьют меня камнями. Нет другого способа. Тогда он вспомнил о Господе. Боже, помоги мне. Боже. Если я погонюсь за ними, смогу ли я догнать их, которые забрали моих жен и детей? Господь ответил. Да ты погонишься, догонишь и отнимешь. Тогда Давид, он до сих пор плакал. Послушайте, он сказал. Посмотрите, течет ли где-то кровь вокруг нас. Там можно, если они взяли себе в жены, и чтобы они готовили им и ухаживали за ними. У нас много маленьких детей, там 2-3 года им. Что они с этого имеют, то, что имеют этих детей? Но вы видите ли кровь вокруг себя? Нет крови, значит, они не убили их. Да, если им нужно убежать, неудобно бежать, потому что дети есть маленькие. Господь защищает нас. Ничего, вы убейте меня. Но я молился перед Богом. Он сказал, что я погонюсь и отниму. Следуйте за мной. Следуйте за мной. И все пришли к нему. Когда они забрали все, они были очень счастливы. Очень огромная радость была, когда они вернулись. Но у них не стало дома, потому что сожжен был Сикилак. Тогда Давид снова молился перед Богом. Господь, я убежал от филистимлян. И даже умер царь Саул. Может быть, мне вернуться в Израиль? Иди. Я пойду? Куда? В Хеврон. Тогда он пошел в Хеврон. Тогда все удивились. Тогда было 600 человек, которые следовали за Давидом. Когда Давид пришел в Хеврон, и кого они хотели поставить царем? Они, наверное, просчитывали. 300 тысяч, когда они считали. Да, 600 людей были за него, но 300 тысяч людей проголосовали, давайте Давида поставим царем. Тогда он стал царем. Да, Господь всегда дает после трудностей благословения, когда, словно как Давид, он лишился жены и детей, и потом он стал царем. Мы хорошо служили Богу. Но если у нас трудность приходит, тогда мы выбрасываем Бога из-за своего искушения. На самом деле мы должны стать на место царя. Это место благословения. Иосифа продали в рабство. Он стал служить у Потифара. И после этого попал в темницу. Он попал в темницу. Там был виночерпий и хлебодар, которому он объяснил сон. Потом объяснил сон фараону. Потом он стал управителем. Он спас всех людей от голода. Тогда он всех своих родственников призвал в Египет. И сделал так, чтобы они жили в достатке.
Хотя казалось, что это трудно, что Иосифа продали в рабство. Но для его благословения уже было все готово. Когда я проповедую Евангелие, у меня есть трудности. Бывает, что у меня есть испытания. Я чувствовал, что Господь испытывает меня. Ты все равно будешь ли верить в меня? Будешь ли полагаться на меня? Ты будешь ли смотреть только на меня? Поэтому я видел после этого, как Господь действует в моей жизни. Бог живой. И Он желает наших сердец. Хотя вы не понимаете то, что говорит Господь. Понимаете или нет, неважно. Мы часто не понимаем Слово Бога. Лазарь умер. Он уже воняет. Но Иисус сказал, твой брат оживет. Тогда Мария и Марфа не понимали. Аврааму исполнилось 100 лет почти. Но Господь сказал, дам твоей жене сына. Вообще непонятно. Да до тех пор мы верили только в то, что нам понятно. Они верили в то, что нам непонятно. Бог, Он всемогущий. Я понял, что даже если я не понимаю, мне нужно просто верить в Него. Хотя я понимаю, тогда я верю. Но то, что я не понимаю, тоже должен верить. В этот раз это послание слышали около 800 миллионов людей. Я не понимаю этого. Но я посмотрел, это правда. На многих телестанциях сказали, мы хотим транслировать проповеди. Потому что это сделал Господь. Господь очень всемогущий. Поэтому Он не хочет работать в ограничениях нашего понимания. Он большой. Он хочет работать и действует в еще большем окружении, чем наши мысли в ограничениях. Хотя я верю в то, что я понимаю. Но я верю даже в то, что я не понимал. Тогда Господь действовал. Многие люди думают, я каждый день грешу. Я могу ли сказать, что я праведный? Да я смеюсь в ответ. Да хоть каждый день грешите, но если Бог сказал, ты чистый, что ты можешь сделать против? Бог сказал мне слово. Через Библию Он сказал мне. Я прощу беззаконие их. И грехов их не воспомяну более. Знаете, где написано? Там написано, говорит Господь. Ибо я прощу беззакония их, и грехов их не воспомяну более. Говорит Господь. Господь простит мои беззакония. И сказал, что не воспомянут больше моих грехов. Если Бог простил мои грехи, тогда я не грешник. Я верю, что я праведный. Потому что Бог так сказал. Но своими мыслями я не могу понять этого. Я же каждый день грешу. Как я могу сказать, что я праведный? Я искал Библии. Я каждый день грешу. Поэтому не прощаются грехи каждый раз. А Он сказал, что навечно все грехи простил. Знаете, я плохо знаю английский, поэтому я беру с собой переводчика. Eternal redemption. Что это значит? Я точно знаю значение этого выражения. Eternal redemption. Немножко отличается наше произношение, правда? Отличается, да?
Но это не проблема. Потому что корейцы понимают, да? Это значит, навечно искупил. Аминь. Аминь. Это очень удивительно. Теперь мы имеем Господа благословение. До сих пор мы верили в то, что мы понимаем своими ушами. Мы только то, что можно было поверить, мы верили. Когда моя жена должна была родить сына, в моем сердце Бог жил. Бог поможет. Только на Господа хочу полагаться, потому что я слуга Бога. Мне не нужно говорить людям. Потому что, когда мне тяжело, мне нужно полагаться на Господа, Он поможет. Вот так я поступил. Но с одной стороны, в моем сердце, не получится. Не получится. Никакой помощи нет. Бог ничего же не делает. Нет. Бог живой. Бог же ничего не делает для тебя. Все время у меня путаница была в душе. Но все же я слуга Бога. Да, мне нужно просить помощи не от рук человеческих, но от Господа. Когда еще не было 7 часов утра, я не понял, почему эта сестра пришла тогда. Она зачем-то пришла встретиться с моей женой. Она пришла, чтобы сказать о чем-то моей жене. Но она увидела, что моя жена страдает от схваток. Тогда эта женщина была шокирована. Она сказала моей жене, да, жена пастора, я работала в больнице Ильсим в городе Пусан. Да, в гинекологии я работала, поэтому у меня есть сертификат акушерки. Подождите немножко. Очень быстро побежала. И взяла с собой сумку. Бог, ты живой. Бог, ты все знал. Ты все знал. Поэтому я люблю Господа. У меня было много трудностей. Но Господь ни разу не предал меня. Не потому, что я добрый и хороший человек. Простите, конечно. Я не был добрым. Я не был верным. Но Господь пообещал мне, что будет меня защищать. Было много сложностей. Когда я читал Второзаконие, когда вы найдете гнездо, если вы увидите птицу, которая сидит на яйцах, или с птенцами, ты отпусти птицу обязательно. Если ты возьмешь птенцов, но птицу обязательно отпусти. Что это значит? Получается, птица, которая сидит на яйцах. Это говорится о проповеднике, который сидит, чтобы человек родился свыше. Птица, которая сидит на яйцах. Это показывает, что пастор находится над духами молодыми. Господь, эта птица, которая сидит на яйцах, именно есть я. Словно как птица сидит для того, чтобы эти птенцы родились свыше, то есть вылупились.
Также и я занимаюсь тем, что учу и наставляю братьев и сестер духовной жизни. Бог сказал. Сказал, вы страдания, мучения, отпустите пастора Оксупака. Так написано в Библии. У меня было много сложностей, но Господь ни разу не отвернулся от меня. Бог, потому что Он есть Бог. Именно в этого Бога я верю. И я смотрю на этого Господа. Часто-часто. Хотя я не вижу своими глазами Господа. Но, Бог, Ты же видишь меня. Ты знаешь о моих трудностях. Ты поможешь мне, Господь, правда? Ты же не изменил свое сердце. Так, как Ты пообещал, Ты сделаешь, правда, Бог? От этого я получаю силу и благодать. Эта служанка, она имела большое несчастье, потому что ее словили и взяли в плен. И там было, получается, возле Неймана две женщины. Одна — это жена его была. А вторая женщина — это была девочка-служанка. Жена, она была жена военачальника, поэтому она, наверное, была красива лицом, наверное, образованной. У нее была какая-то позиция, власть. У нее была честь, деньги. Но Сирия... Сирия, она много воевала, и поэтому они имели хорошие условия. Но одного не было у них. У них не было силы освободиться от беспокойства. У них не было Господа, который освободит их. Да, есть красота, позиция, положение, все есть. Но все время в беспокойстве, все время в страхе они были. И тогда начальник Нейман, он все больше твердел. У него не было силы. Ой, а если меня выгонят с поста военачальника? Если они узнают, что я прокаженный, тогда многие люди оттолкнут меня. Все время он переживал и боялся. Это служанка. У нее не было ничего. Она жила служанкой в доме прокаженного. Но у нее был Бог. Поэтому она совершенно не боялась. Бог меня отправил сюда, чтобы дать спасение военачальнику. Когда военачальник получит спасение, тогда мне нужно ходить и проповедовать им по Библии в части. Она очень много представляла и мечтала в своем сердце. Когда он выздоровеет от проказы, «Да, быстрее, быстрее, едьте!» Тогда он вернется. Когда он придет домой, он будет заходить. И он будет кричать, «Дорогая! Я выздоровел! Дорогая!» Он начнет показывать, смотри, я здесь, посмотри, я не верю, я тут тоже чистый, тут тоже чистый. Он будет плакать и смеяться одновременно. И потом он увидит эту служанку возле дверей. Иди сюда! Он обнимет ее. Спасибо тебе. Теперь с сегодняшнего дня ты моя дочка. Все, ты не служанка. Я тебе дам новую комнату. Все тебе дам. Я тебе дам служанку. Она представляла удивительное. И однажды он скажет дочери, дочь,
«Что, папа?» «Есть кое-что, о чем я должен обсудить». «Что, папа?» «Ты помнишь?» «Ты видел, в прошлый раз к нам приходил другой начальник и со своим сыном. По-моему, он заинтересован тобой». И мы... Он сказал, что хочет жениться на тебе, хотя в своем сердце я решил уже, но я хочу спросить у тебя. Ты моя учительница по Библии. Папа, ну что ты меня смущаешь? Потом они поженились, поехали в путешествие свадебное. На самой лучшей карете. Они... И они вернулись к родителям. Потом они, получается, поехали, чтобы исцелить от лепры. Потом они приехали в ее родной дом и остановились на карете. Отец вышел на улицу и увидел, что такая красивая, богатая карета стоит перед его забором. И он увидел, что супруги выходят из нее. «Ой, а что же с моей дочью произошло?» «Папа, это я!» «Я не знаю, кто вы, но у меня нет здесь дочери». «Папа, это же я!» «Папа, это твой зять!» Он был в шоке. Да, этого, конечно, не написано в Библии, но я представил себе. Но, наверное, может быть, так было. Бог дает тем, которые верят в Него. Он не только дает трудности. Да, иногда бывают, Он дает трудности, испытания, да, какие-то проблемы. Но также Он дает благословение. Как служанка, которая служила у Неймана, показывает нас, да иногда верующие, они сталкиваются с трудностями, какими-то испытаниями. Но в каждом таком моменте всегда есть путь к благословению. Поэтому уже приготовлено все для нашего благословения. Верьте в Господа. И верьте в Иисуса, который простил наши грехи. Хотя, я думаю, по-другому, не следуйте по своим мыслям, а следуйте за Господом. В 1962 году я принял Иисуса Господом. Я получил прощение грехов. И уже более 50 лет я жил. Господь очень удивительную милость явил мне. Были трудности, были проблемы. Но всегда это заканчивалось благодатью. У нас есть Господь, который любит нас. Он ради нас отправил Иисуса. Когда Он простил мои грехи, да, давайте не будем верить своим мыслям. Потому что Бог написал, потому что я прощу беззакония их и грехов их не воспомяну более. Мои мысли отличаются от Слова Бога. Если мы живем в вере в Господа, тогда Господь начинает действовать среди вас. Вы увидите множество чудес. Да, то, что мы проводили такое служение по Zoom, я не мог поверить в это. Если я захожу в интернет каждый раз, все люди в других странах шокируются, потому что это Господь действует. Вы в Господе. Я желаю, чтобы ваши сердца тоже находились в обетовании Господа. Выбросите свои мысли и верьте в Слово Бога. Я верю, что Господь благословит вас. Давайте помолимся.
Святой Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Мы очень грязными грешниками были, но Ты очистил нас. Мы получили прощение грехов, и мы стали детьми Божьими. Мы не знаем, сколько мы проживем на этой земле, но, Господи, Ты используй нас для проповеди Твоего Евангелия. Благослови нас. Господь, Ты помоги нам во всем. Мы благодарим Тебя, молились во имя Иисуса Христа. Аминь.